Так, тихо, нет, не выгоняйте меня отсюда, не выгоняйте. Я хорошая змейка. Думаю, что мы будем продолжать выпуски по Бонкио, если вы сейчас обязательно поставите лайк. Главное не нажимать на кнопку, ребята. О нет, и мы нажали на кнопку. Всем привет, ребят, с вами Слит, и сегодня мы будем играть с вами в Бонкио. Я думаю, что вы уже соскучились по этой игре. А перед началом ставь лайк, если ждешь новое видео. И вот эти ребята попали сегодня в видео. Если ты тоже хочешь попасть в видео, просто пиши много комментариев. Смотрите, на фоне в меню какая-то крутая игра, видите, там молнии какие-то, ужас. Я не знаю, как зайти туда, но я думаю, что когда-нибудь мы туда зайдем, поиграем в такой режим. Так, ребята, и мы уже заходим. Наконец-то, давайте зайдем уже и поиграем на этой крутой карте. Угадайте, что это за змейка, ребята. Угадайте, что это за змейка фиолетовая такая. Я думаю, что многие догадались, что это я, ребята, собственной персоны. И мы здесь должны просто прыгать. Ну, как и всегда. Единственное, что... О, нет, ребята. И меня просто взяли и вытолкнули. Да уж, так что видите, здесь нельзя докасаться до головы. Это очень сложная карта. Но я думаю, что мы сможем победить. Мы точно сможем здесь победить. Осторожно! О, ничего себе! Ну-ка, давайте оттолкнем его. На тебе! Во, вот это да, ребята! И мы выиграли! Да, наконец-то, наконец-то! Так, давайте, главное, главное аккуратно, ребята, главное аккуратно играть. Так, тихо, без паники. Осторожно. Вот так вот. О, нет, ребята, и меня снова вытолкнули. Блин, как же много людей здесь. Похоже, меня все добавили в друзья, и теперь ко мне сразу заходит. Но это хорошо, нас очень много. Все, я понял тактику. Нужно постоянно прыгать. Постоянно прыгать и прыгать, прыгать и прыгать. Отлично. Вот это да, ребята. Все мне понятно. Давайте попробуем выловить этого Леру котика. Давайте, сейчас мы вот так вот сделаем. Ну-ка, давай, иди сюда поближе, иди сюда. Сейчас, смотрите, она прыгнет. По-любому прыгнет. Давайте мы вот так сделаем. Немножко вот так. Опа. И вот так вот. Отлично, ребята. Вот это мы круто сделали. Вот это мы просто эпик сделали, да уж. Я так и знал, что она сейчас прыгнет. Так, ну осторожно, главное осторожно сейчас прыгать. Опа, нет, фух, ребята, мы выжили. Да, этот язык очень скользкий. Опа, так. И мы снова выиграли, вот это да. Ну, на моей карте кто же выиграет? Конечно же я, я же самый настоящий профессионал. Давайте еще раз. Ого, ничего себе, смотрите, какую карту я нашел. Красная кнопка, которую, видимо, нельзя нажимать. Давайте попробуем нажать на нее. Мне просто очень интересно, что случится. Ну-ка, нажимаем. А, и мы сразу отталкиваемся, я понял. Прикольная карта, очень прикольная карта. Она очень интересная. Но, в принципе, если до нее не докасаться, то, в принципе, можно выжить. Даже мне можно выжить. Так, давайте прыжок. Делаем большой прыжок. Опа, тихо, нет. Осторожно, без паники. Нет, меня толкнули наверх. Нечестно. Ого, вы посмотрите, какой-то коту выбрал очень интересную тактику. Он просто в угол забился, и его там никто не может даже оттуда выкурить. Ну-ка, давайте посмотрим. Да, видите, он просто... А, нет, видите, он тоже оттолкнулся. Ну, прикольно, ребята. Очень прикольная карта с этой кнопкой. Главное не нажимать на кнопку, ребята. О, нет, и мы нажали на кнопку. Мы снова нажали случайно на кнопку. Да, ничего себе, вот это прикол, ребята. Так, ну ладненько, нужно высоко подпрыгнуть, я думаю. Давайте подпрыгнем. О нет, только не в пропасть. Я хотел наверх, а не в пропасть. Вот так вот, прыжок. И вот здесь мы делаем еще небольшой прыжок. И мы остались один на один с этой девочкой. Или кто это у нас, мальчик? Я упал в пропасть случайно, блин, ну бывает. Какая сложная карта, однако. Мне кажется, смотрите, три семерки выиграет, потому что он в АФК стоит просто. Обычно те, кто стоит в АФК, не выигрывают. Хотя нет, мне кажется, сейчас он не выиграет. Смотрите, платформа пропадает, и он падает. Он просто падает вниз. Да уж, кексик у нас выиграл. Так, давайте попробуем повыше прыгнуть сейчас. Прыжок делаем, еще прыжок. Отлично. Опа, и мы всех выгнали, кроме себя, конечно. А, ничего себе, вы это видели? Ничего себе, как он по мне ударил. Это было очень круто. Он, видимо, какой-то профессионал, раз он так смог сделать. Так, тихо, давайте прыжок делаем. Еще прыжок. Мне нужен самый высокий прыжок. Самый мировой. О, нет, меня сразу столкнули в пропасть. Это нечестно. Блин, эта карта сложная какая-то для меня. Ладно, давайте поставим ей гуд и выберем какую-нибудь другую карту. На самом деле, здесь есть очень много крутых карт. Я думаю, что мы за один выпуск, конечно же, их все не посмотрим. Но я думаю, что мы будем продолжать выпуски по Бонкио, если вы сейчас обязательно поставите лайк. Так что ставьте лайки.
А мы продолжаем. Давайте выберем какую-нибудь прикольную карту. Какую же карту нам лучше выбрать? Прикольная карта, где очень много вот этих разноцветных колючек. Интересно, что здесь нужно делать? Давайте посмотрим. Видимо, здесь нужно просто прыгать. Просто прыгать и просто прыгать. Здесь у нас есть область, где мы можем выиграть. Осторожно. И мы почти победили. Да, ребята, мы победили. Здесь на самом деле очень просто выиграть, потому что нужно, главное, занять синюю колючку. Вот, там посередине встать и просто занимать потихонечку каптур. Ну, то есть область захвата. Так, давайте выгоним вот этих ребят. Отлично. И захватываем. О, почти захватили, ребята. Почти захватили. Так. Отлично. Нет, он не захватит. А, и он выигрывает, серьезно. Я не успел. Я просто не успел туда забраться. Давайте еще раз. Давайте прыжок. Давай, змейка, прыгай. Так, и все, ребята, мы захватываем. Мы просто взяли и захватили. Похоже, у всех лагает эта карта, что ли, или что? Что-то не понимаю. Давайте выберем другую карту. О, смотрите, кто зашел. Илюха зашел. Давайте-ка мы выберем другую карту. Смотрите, какую прикольную карту я нашел. Там этот чудик стреляет, по идее, лазером. Но здесь он, по-моему, не будет стрелять. Он здесь просто, видите, катается. Катается. Нет, прыгаем. Отлично, ребята. Мы успели прыгнуть. Тихо, главное, недалеко. Отлично, ребята. Осторожно, прыгаем и... Какая сложная борьба. Тихо. Нет. Главное, аккуратно. И мы выигрываем. Мы выиграли эту карту. Здесь какие-то прыжки очень высокие. Я не знаю почему. Здесь сложно выиграть. Очень сложно выиграть. Так, давайте прыжок делаем. Быстрее. Нет, и мы... Где мы? Ай, мы упали в пропасть. Эх. Почти, ребята, выиграли. Но карта прикольная, мне нравится этот чувак. Я не знаю, откуда этот мем взялся, где он просто радугу из-за своего рта делает. Но я думаю, что многие знают этого чудика. Нет. О, нет, ребята, похоже, мы проиграли. Или нет? Не, мы проиграли, да. Мы проиграли. Пам-пара-па-пам. Ну все, ребята, зря вы так. Сейчас мы снова погибли. Похоже, здесь еще нельзя докасаться до его глаз, потому что они тоже черные. А как мы знаем, черная область — это у нас смерть. Да, это у нас смерть. Самая настоящая смерть. Осторожно. Давайте прыжок делаем. Еще прыжок. И ура, мы выжили. Мы выжили первую волну. Так, давайте на вторую волну туда пойдем, на правую сторону. Во. Делаем прыжок. И мы побеждаем. Нет, еще не побеждаем. У нас еще 2 очка, ребята. 2 очка. Последнее очко нам нужно еще. Последнее маленькое очко нам нужно еще. Где же нам его взять? Так, прыжок делаем. Прыжок. И отлично, мы возвращаемся. О нет. Только, блин, мы погибли. Кексик у нас выиграл. Эх, а как же мне последнее очко-то? Как же мне последнее очко-то сделать? Так, тихо, делаем прыжок. И наверх. Молодцы, мы такие молодцы просто с вами. Так, на тебе, Илюха. Ха-ха, вот это мы его выгнали, ребята. Вот это мы выгнали Илюху. Отлично, тихо. Осторожненько. Нет, только не на глаза. Отлично. Сюда прыгаем. Опа, ай-яй-яй. Тихонечко. И мы выиграли, ребята. Да, 3 раунда мы выиграли. Затащили. Так, хорошая карта, мне нравится. Ничего себе, ребята, вот эта карта. Что здесь нам делать? Смотрите, я на танке. Вот это прикол, ребята. А как здесь стрелять? Я хотел бы пострелять сейчас с помощью танка. О, нет, ребята, Илюха, смотрите, сейчас выиграет. Блин, я должен был всех расстрелять на самолете, но у меня не получилось Илюху выгнать. Блин, это сложно, это очень сложно. Давайте мы еще раз туда пойдем тогда. А, нет, дайте мне пройти. Блин, меня расстрелял Илюха своим танком маленьким. Это сложная карта. Ну, хотя нет, это не такая сложная карта. Здесь просто главное увернуться от танка. Смотрите, танк упал вниз куда-то. Прикольно, очень прикольная карта, мне нравится. О, смотрите, мы вдвоем в танке находимся. О, мы сразу можем туда пойти. Отлично, мы тогда сразу туда пойдем. Так, давайте забираемся сюда. И мы сейчас выиграем, как самый настоящий ниндзя. Так, тихо, давайте победим сейчас. Давайте, побеждаем. Ну же.
А, совсем капельку осталось, и мы, ребята, выиграли! Да, мы пробрались, как самые настоящие ниндзя, прямо в эту область захвата. Ой, я на танке, давайте, ноти вам. И последний Илюха остался, иди сюда, Илюха, иди сюда. А, нет, ура, ребята, всех расстреляли. Вот это мы танкисты, вот это мы вояки, ребята, с вами. Прикольно, прикольная карта, очень прикольная карта. Так, тихо, и мы прямо на ствол сели, на ствол. Мне кажется, сейчас Илюха опять упадет вниз, смотрите, на танке. У него постоянно танк падает вниз. Вот, и видите, снова упал вниз. Да, все, ребята. Опа, давайте сразу туда вниз пойдем. Падаем вниз и занимаем область. Вот это мы быстрые, ребята, с вами. Так, занимаем область. И мы выиграли, да? Мы выиграли? Да, ребята, мы выиграли. Тут, смотрите, карта с каким-то алмазом. Вот это да. Какая-то очень красивая карта. Мне нравятся такие карты, но... Ого, как он туда попал? Как он попал в алмазик? А, я понял, в чем фишка. Это у нас качели в виде алмаза. Я понял, я все понял теперь. Так, давайте-ка мы попробуем туда залезть, на центр. Если вы знаете, чей это флаг, то напишите в комментарии. Я что-то забыл, что это за флаг там. А, тихо, осторожно, давайте забираемся. Нет, ай, мы падаем, смотрите, он на алмазике у нас остался. Мистер Рико. Ну все, вы меня разозлили, давайте сразу идем на качельки, сразу идем на алмазик. Я хочу занять самый большой алмазик. Так, занимаем его. И давайте, разгончик берем. Берем просто большой-большой разгончик. Главное сейчас хорошенько раскачаться. Осторожно. О, нет, меня сразу выгнали отсюда. Так, давайте снова заберемся сюда. Отлично. До свидания. А, меня тоже выгнали. Нет, там нет области. Ай, мы с вами проиграли. Все, мы просто обязаны сейчас выиграть, ребята. Мы просто... Меня сразу же столкнули в пропасть. Как? Как это возможно? Почему? Почему все так хотят меня вытолкнуть за карту? Так, кто же победит? Кто же сейчас победит? Мне кажется, Кексик. Да, Кексик у нас занимает алмаз. У него же 2 очка, у меня до сих пор 0 очков. Как же... Давайте мы используем хорошую тактику. Мы просто прыгаем вначале. Просто берем и прыгаем. Просто берем и прыгаем. И ничего не занимаем. Это тактика скрытная очень. Так, делаем прыжок, и видите, они просто взяли, сражались, а я тут один прыгал. Вот так им и нужно. Так, тихо, на тебе. Вот это мы его выгнали, ребята. Отлично, и мы выиграли, наконец-то. Наконец-то мы взяли одно очко. Так, это хорошо, конечно, но мне бы сейчас вернуться обратно. Вот, отлично, мы вернулись. Так, теперь главное без паники. Осторожно. Нет, фух. Так. Привет, Илюха, пока. Опа, и мы остались вдвоем, ребята, с Кексиком. Сейчас главное совершить самый такой хороший прыжок и попасть прямо на его алмазик. Давайте, вот сейчас вот это будет. Тихо, отлично. И мы его сейчас выгоним, ребята. И мы выиграли, да, 2 очка. Последнее очко осталось, ребята, Надо выиграть, мы просто обязаны выиграть сейчас. Так, тихо, нет, не выгоняйте меня отсюда. Я хорошая змейка. Так, и мы занимаем алмазик, хотя нет, еще не заняли. Но пока его можно не занимать, все равно сейчас платформа еще не такая уж и маленькая, поэтому осторожно просто, прыжок делаем, большой прыжок. Еще прыжок, опа. Так, и в принципе сейчас уже можно занимать потихонечку алмазик, давайте. Делаем прыжочек делаем, осторожненько. Нет, не выталкивайте меня. Блин, как же это обидно. У нас по 2 очка у всех почти. Кроме кого-то там не 2 очка. Так, Илюху мы сразу выгоняем. И остался мистер Рико, на тебе. Вот это да, вот это мы всех просто ушатали, ребята. И просто взяли 3 очка. Вот это да, вот это я понимаю игра. Так что, ребята, надеюсь, вам понравилась эта серия по Бонкио. Так что, если вы хотите еще Бонкио, то ставьте лайк. Обязательно сейчас подписывайтесь на мой канал. И всем удачи, всем пока.